В минувшие выходные в Туркестане состоялся международный марафон. Туркестан International Marathon – благотворительное спортивно-массовое событие было проведено в рамках 2021 года «Туркестан – духовная столица тюркского мира», а также к юбилею 30-летия независимости страны. В массовом забеге приняли участие более 5000 спортсменов и любителей из 19 стран мира. Международный марафон стартовал с комплекса «Караван-сарай» с 8 утра, но до стартов опытные тренеры с участниками провели разминку. Марафон состоял из 4 дистанций – 3, 10, 21 и 42 километра. Каждый участник самостоятельно выбирал дистанцию. Глава священной столицы решил пробежать марафон в 3 километра. Поздравляю всех вышедших сегодня на забег. Выражаю восхищение физической формой участников. Это, безусловно, послужит отличным примером для молодежи. Жуматаю Муталиеву 60 лет. Для участия в марафоне он приехал из города Нур-Султан. Мужчина считает, что такие мероприятия позитивно влияют на развитие массового спорта. Я участвую 5-й раз. Хорошая организация мероприятия. В здоровом теле здоровый дух. Только тот человек, который силен телом, будет и духом силен. Будем и в дальнейшем работать над процветанием страны. Считаю своим долгом внести вклад в развитие массового спорта в регионе. Сегодня и погода прекрасная. Лучшее время для бега. Желаю всем участникам легких ног и удачи. Пробежала дистанцию в 10 километров. Чувствую себя отлично. Я очень рада, что сегодняшний марафон проходит именно в этом чудесном городе. Он организован отлично. Маршрут марафона прошел мимо самых красивых достопримечательностей Туркестана. Мавзолей Ходжахмета Ясави, караван-сарай, тематический парк, административный деловой центр. Стоит отметить, что данное мероприятие проводится впервые на международном уровне. Организаторы намерены сделать это традицией. Они уверены, что международный марафон внесет большой вклад в рост туристического потенциала Туркестана. Аружан Жиренбаева, Динар Мусаева, Гульмаржан Молдадос. Новости.